Метгала 2019. Главные HR-тренды на балуне Института костюма. Автор 8.05. 2019. Невозможно представить себе самое главное модное мероприятие – балуне Института костюма Метгала 2019 без закономерных трендов. Звезды в подготовке к такому важному событию потрудились на славу. Среди множества непревзойденных образов удалось выделить сразу несколько модных тенденций в плане причесок. Цветные волосы. Волосы самых ярких и неестественных оттенков стали одной из главных фишек знаменитостей на Метгала 2019. Сразу три красотки решили придать волосам очень необычные цвета. В числе этой троицы оказалась и знаменитая модница Кайли Дженнер, которая блистала в парике пастельно-фиолетового оттенка. А вот любительница экстравагантного макияжа Люси Бойнтон удивила пепельно-синими локонами. Хотя раньше актриса предпочитала не экспериментировать над волосами. Если раньше Кристен Стюарт не раз удивляла своими бьюти-экспериментами, то на балу Института костюма она превзошла сама себя. Безусловно, такие яркие коралловые перья станут трендом нового сезона. Украшения для волос, видимо, все звезды наслышаны о главных модных тенденциях в HR-индустрии, поэтому неудивительно, что на их головах красовались самые разнообразные аксессуары, заколки, обручи, короны и даже люстры. Описать все, что прицепили на голову модницы, просто не представляется возможным, но оставить без внимания самые экзотические украшения мы не можем. Кара Делевинь решила выделиться из толпы благодаря интересной конструкции, которая возвышалась над ее головой. Переплетение фруктов, челюстей пальцев, глазных яблок и свисающей яичницы, наверное, никого не оставили равнодушным. Эмили Ратаковски придала своей прическе эксклюзивности благодаря крыльям, которые крепились на обруч. Но все же всех затмила Кэти Перри. На ее голове, как в принципе и в наряде, главную роль сыграла люстра. А вот Дженнифер Лопес предпочла не заморачиваться с выбором прически и просто надела парик из страз. И он ей безумно идет, а украшение для волос. Видимо, все звезды наслышаны о главных модных тенденциях в HR-индустрии, поэтому неудивительно, что на их головах красовались самые разнообразные аксессуары, заколки, обручи, короны и даже люстры. Описать все, что прицепили на голову модницы, просто не представляется возможным, но оставить без внимания самые экзотические украшения мы не можем. Кара Делевинь решила выделиться из толпы благодаря интересной конструкции, которая возвышалась над ее головой. Переплетение фруктов, челюстей пальцев, глазных яблок и свисающей яичницы, наверное, никого не оставили равнодушным. Эмили Ратаковски придала своей прическе эксклюзивности благодаря крыльям, которые крепились на обруч. Но все же всех затмила Кэти Перри. На ее голове, как в принципе и в наряде, главную роль сыграла люстра. А вот Дженнифер Лопес предпочла не заморачиваться с выбором прически и просто надела парик из страз. И он ей безумно идет.